Привет, это у нас дополнение к полноценному обзору тестирования аккумулятора у смартфона Oqtel WP20, емкость которого составляет 6300 мА. Время старта 17:25, аккумулятор полностью заряжен. Подключаем наушники, громкость 80%, яркость также 80%. Начинаем тестирование. Спустя 3 часа 68% заряда. Прошло 6 часов, 30% заряда осталось. Полное отключение произошло в 2 часа и 16 минут. Всего он продержался 8 часов и 51 минуту. Ну а вы уже делайте выводы сами. Ссылка на него есть в описании, а также, если вдруг не видели полноценный обзор, здесь в конечных заставках. Всем спасибо, ставьте лайк за труды. Пока.